Всем привет! Вы на канале Татьяна Ковальчук. Сегодня хочу посеять лобелию, лобелия, которая плетистая. У меня много разной лобелии, которые буду выращивать в этом сезоне. Но начну с плетистой, потому что она развивается, как я заметила, немножко подольше, чем кустовая лобелия. Вот такая красивая у меня лобелия «Рубиновый фонтан». Я уже открыла и посмотрела, семян здесь, скажем так, прилично. Потому что в одном пакетике очень мало. Хотя написано 0,1 грамма. Сейчас мы отрежем. Я вам покажу свои способы, которыми я выращиваю каждый год. И очень хорошо все у меня растет. Опять же, буду сеять методом посолить. Потому что семена очень мелкие, приходится разрывать пакетик, все тут вычищать. Начнем. Сначала вот я уже кое-что выращивала вот в таких лотках. Очень удобно. Мне показалось это удобно. Это замена торфяным таблеткам. Потому что вот эти вот ячеечки, потом маленькая ложечка, вытаскиваете, получается как торфяная таблетка. И куда-то можно уже пикировать. Ну, вот я беру по чуть-чуть и в серединку вот так вот солю. Засыпать землей не надо, как вы все знаете, лобелию. Кто-то не может с ней справляться и отказывается от выращивания. А мне так кажется, проще, нету вообще ничего. Землей засыпать не надо. Тут уже не ошибешься. Много засыпал или мало засыпал. Вот. Можно считать, что посеяна лобелия. Осталось что? Я еще не подписывала. Наклеить сбоку бирочку и подписать. Вот это первый способ. Второй способ. Вот в такой горшок, он достаточно высокий. Сюда можно посеять вообще и даже оставить без пикировки. То есть просто подрезать, вот такая высота большая, эти горшочки, вот такая высота. Просто потом, когда за края будет переходить, стричь. Главное, что большая глубина, наращивать корни. Потом вытащить и уже разделить на 4 части или как вам захочется. Так, сейчас это у нас, чтоб мне не перепутать, так как еще не подписано. Потом еще немножко сбрызну водичкой сверху. Вот так вот горшочек. Вот сюда все то же самое. Выгребаем остатки. Но остатка здесь достаточно много. Как раз на этот горшочек хватит. Семена мелкие. Сходит она дружно. Надо все это вычистить, чтобы сейчас будем другой цвет ложить, чтобы не было у нас пересорта. Все. Чуть-чуть опрыскать. Хоть земля мокрая, но все равно надо опрыскать, чтобы, ну, они прижались немножко к земле. Так, вот это этот цвет, это я потом подпишу. Так, еще один вариант. Есть у меня гранулы. Тоже лобелия с гранулами. Вот сюда я посею эти гранулы. Ну, гранулы вообще, наверное, проще простого. Вот такой вот красивый цвет. Она и голубая, с белым оттенком. Симпатичная очень такая лобелия. Вот такой капсуле. Из капсулы мы вытаскиваем. Написано было 8 дрожжей. Так, сейчас мы все это посмотрим. 4, да, 8 дрожжей. Но тут в каждом дрожже не по одной семечке. Здесь в каждом дрожже упаковано несколько семечек. То есть я вот сейчас посею также вот сюда.
и взойдет такой небольшой букетик. Дрожжи можно брать зубочисткой. Я буду пальчиком брать, потому что очень даже мне удобно дрожжи так брать. Иногда я это делаю зубочисткой, шпажкой, ну кто чем. Здесь у нас 10 ячеек, ну и получится, что 2 ячейки у меня пустые, что-нибудь другое я туда подсею, только обязательно надо подписать. И теперь вот так вот кончиком этим немножко эту гранулку придавлю. Гранулку тоже надо будет опрыскать из пульверизатора для того, чтобы оболочка растворилась. Оболочка растворится, даст питание. Намокнут и начнут быстро прорастать. Так, это мы вот так вот положим. Потом опрыскаем и подпишем. Еще есть вот такой у меня красивый цвет, небесно-голубой. Почему-то это написано лобелия длинночерешковая. Но всяко пишут. Пишут плетистая, пишут ампельная. Вот здесь написано плетистая малиновая. Это ампельная, а это длинночерешковая. Что-то в описании вообще не написано, какая она. На картинках тоже не написано. Нет, написано 15-20 сантиметров. И вот здесь вот в уголочке написано, что 20 сантиметров. Ну, как я понимаю, 20 сантиметров это у нас уже относится к плетистым. И тоже такой момент. В пакетике разбросано по всему пакетику. Вот сейчас буду обрезать. Я не знаю, сколько семян у меня пойдет в дело. Думаю, что большая половина останется на пакете. Поэтому хоть гранулы дороже, но не всегда бывает цвет такой, какой хочется, чтобы купить в гранулах. Такую вот малиновую яркую в гранулах я не встречала. Прям такая операция по добыванию. Вот смотрите, часть упала семечек, и большая часть приклеена на пакетике. Сейчас попробую ее счистить и стряхнуть. Что-то стряхнулось, что-то опять попало. Ну ладно, все равно даже при этом количестве, не знаю, как вам видно, тоже много семян. Конечно, больше семян, чем в капсуле, но вот как-то так. Так, еще у меня подготовлена здесь вот такая емкость. Вот лобелию надо на свету проращивать, все знаете, да? И прикрывать либо стеклом, вот как они все пишут, либо целлофановым пакетиком. Но вот я думаю, что этот цвет я разделю вот на этих 6 ячеек. Так, беру солью. Наверное, на 6 ячеек не получится. А может, получится. Нет, получилось только на 3 ячейки. Потому что это не свои семена. Может, какой-то не взойти. У меня где-то еще осталась лобелия, которая собирала свои семена. И в том году я их сеяла, свои семена. Взошли все, ну, очень хорошо. Росли и цвели. Так, вот это я помечу, что вот здесь вот 3 ячейки голубой. Подпишу, что это ампельные. И есть у меня еще сорта, которые кустовые. Потом сюда подсажу. Вот, показала я вам, как я высеваю лобелию. Потому что этот цветок нравится, наверное, очень многим. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго, до свидания.